Десятки автомобилей после заправки на одной из автозаправочных станций в Таразе сломались. Люди вставляли и пистолет в бензобак, но завести потом машины так и не смогли. Настолько горючее топливо было разбавлено водой. Такую видеозапись прислали телезрители в нашу редакцию. Наши корреспонденты выехали на эту заправку и попытались выяснить, так ли это на самом деле. Міне, Салижан заправка. Ай 92. Полный су. Эту видеозапись отправили в нашу редакцию свидетели той самой ситуации. На записи видно, как на АЗС стоит очередь машин, а в канистрах вместо бензина вода. Все попытки завести автомобили были просто сведены к нулю. Казы мына фасадтан чыкты мине. Салижан, Гарбати мостунун астындагы Салижан деген заправка де. Заправка, которая продает вместо бензина воду, принадлежит предпринимателю из Тараза. Представители этой АЗС говорят, что у компании есть собственная нефтебаза, откуда и поставляется бензин. И все это дело рук недобросовестных конкурентов. Но это неправда. Я хочу сказать, что у нас своя нефтебаза находится в Учбулаке. Мы на рынке уже более 20 лет. Никогда подобных случаев у нас не было. Конечно, в этом случае только хозяин знает, что он продает. А если посмотреть с другой стороны, то на записи видно, что в этот день на улице идет дождь. Возможно, что резервуар с бензином был затоплен. Чем разбавляют горючее в этой цистерне, также не видно. Где заключение специалистов, которые регулярно должны проверять такие заправки, и будет ли возмещен материальный ущерб, который понесли водители, этого пока неизвестно. Валерий Татаренков, Шыңгысхан Кенисхан, 77 News.